вот это последний наш номер, 12-й. Лариса Маликова показывает свежий выпуск журнала «Сюембике». Он выйдет уже на следующей неделе. Новый номер ждут буквально по всей стране. У нас есть 2 подписчика во Владивостоке, условно говоря. В Красноярске, допустим, 1. В Магадане. И мы радуемся каждому подписчику, что у нас вот в различных точках бывшего СССР, сейчас СНГ, есть свои читатели. В течение 10 дней на свои любимые издания все могут подписаться по льготным ценам. Скидки до 13%. Сегодня в республике стартовала всероссийская декада подписки. Почта России совместно с издательствами снизила стоимость подписки на более 1700 газет и журналов. В Казани чаще всего заказывают узкоспециализированные издания, литературно-художественные. А в районах уже чаще всего интересуются местными новостями. Сегодня республика входит в число самых читающих регионов. О том, что татарстанцы по-прежнему любят это делать, говорят и цифры. С начала года без малого 2 миллиона подписок. А во время высоких технологий печатные издания и интернет идут рука об руку. Литературные даже журналы, такие как «Казан Флар», к примеру, да, тоже имеют QR-коды. И есть у людей возможность в социальных сетях прочесть какую-то повесть там или рассказ, и в социальных сетях оставить комментарий, обсудить ее. Оформить подписку со скидкой можно до 13 декабря. Причем приобрести печатные издания можно не только для себя, но и своих родных, а также соцучреждений. Для этого нужно обратиться в отделение Почты России или сделать выбор на сайтах «Подписка», «Почта» или «Татмедиа» в разделе «Подписки». Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5-705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ Ру сайтында қорап болады.